Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить Far Cry 6. Итак, друзья, остановились на том, что я прибыл на ферму Монтера, а это главные вообще, кто у нас заправляет в регионе Мадругада, а конкретно Коста дель Мар. Вся Мадругада, конечно, как видите, большая, да. Главное здесь генерал Хосе Кастильо, которого зовут малыш Наполеон. Да, в общем, не такой он веселый, да. Мы купили карту убежища, теперь можем даже перемещаться между убежищами, которые вот разблокировали. Очень-очень-очень полезная штука, просто безумно полезная штука. Так, Итак, давайте начинать следующее сюжетное задание. Нам нужно поговорить с Эспадой. Это дочка главного сопротивленца. Попробуй найти этого лейтенанта. Один солдат сказал, что он на личном острове Эль-Пикеньо. Возьмем лодку на причале в Синьестре и доплывем до Кая в Вильяреале. Уберем этого Сенгао, и Хосе придется несладко. Только никому не рассказывай, ладно? Папе сейчас и так непросто приходится. Понял. Встретимся у лодки. Так, Наполеон Эль-Пикеньо. Это и значит малыш Наполеон. Так, встретись с Эспадой в Синьестре. Она сказала, что мне нужно на пристань. Хорошая. Она сказала, что мне нужно на пристань. А пристань у нас 900 метров. Ну что, скакали? Но! Это рядышком, это недалеко. Красивые все-таки здесь виды, несмотря на то, что, конечно, графика не прям next gen. Но, тем не менее, мне нравится. То есть, может быть, поначалу как-то ты замечаешь, что, ну, ребят, да, могло быть и получше. Но в целом, сам геймплей хорош, и оно того стоит. Ребят, ну че-то опять такая дичь началась, не буду я вам помогать. Ну вас нафиг. Ох уж эти секретные тропки. Вау! Так, спокойно, не врежься. Vamos! Опять у них тут перестрелка, черт возьми! Маньяки, блин. Отличненько, вот мы и на месте. Так, что же дальше? Мы слишком рискуем ради одного лейтенанта. Будешь ныть, отправлю за борт. Да не буду я ныть. Чё ты? Чё сразу-то? Киза, бедная. Твоя? Нет, краденая. Когда я была мелкой, отец научил меня заводить трактор без ключа. Лодки мало чем отличаются. Мы должны найти Карлосу врача. Удачи. Он кровью кашляет. Нужно лечить. Однажды папа взял меня на рыбалку. Куда-то к югу от Коста дель Мар. Фермер из него классный, а вот рыбак хреновый. Терпения нет, удить не умеет. Леска все время застревала на дне. Потом он зацепил себя крючком за губу. Психанул и швырнул в воду динамит. Убил кучу рыбы и заодно продырявил к херам нашу лодку. До берега пришлось плыть 5 километров, между прочим. Другие рыбаки хотели подвести, но отец посылал всех в жопу. И как это связано с болезнью Карлоса? Все просто, Дани. В тот день, когда Карлос Монтеро примет чью-то помощь, ад замерзнет. Понял. Так же вы, Монтеро, упрямы? Я нет, только папа. Ну да, да. Заткнись. Сраный топак. Благодаря ему наш народ должен был разбогатеть. Ну, если верить Антону. Си. Вот так его и выбрали. Да, и многие из нас за него голосовали. Мы верили его обещаниям. Думали, что вернутся старые добрые деньки, как в сказке. Как же мы ошибались. И если мы хотим изменений, кто-то должен привести народ в чувство, объединить людей. Но не отец, это уж точно.
Блин, мне очень жалко кошку. Она просто плывет, там ее телепортирует немножко поближе, она все равно плывет за лодкой. Это издевательство над виртуальными животными. Нет плана? Его план – никогда никому не рассказывать, что чувствуешь. И никому не доверять. Особенно родной дочери. Просто ждать, что сделает Наполеон Эль Пекеньо, и от этого плясать. Старая закалка, как директор нашего приюта. Жутко строгий. Но если ему кто нравился, за того он всегда стоял горой. С таким подходом нас перебьют. Нельзя просто реагировать на действия Хосе. Нужно пробовать новое. Быть гибкими. Отобрать инициативу этого мелкого Ихо де Пута и прикончить его. Я согласна. Отлично, Даня. Вот мы и на месте. Хорошо срежиссировано все. Диалоги, музыка добавлена, чтобы не скучно было. Мьерда, это мексиканские? Здешний табак испорчен вивиро. Даже курево нас лишили. Коме мьердас. Хосе Кастильо. Черт, Ипасо. Хосе, мать его, Кастильо. Сраный племянник Антона. Ловео и Ноло Крео. Что он делает? Он, с ним лейтенант, которого мы ищем. Ученый, скорее. Грохнем, Хосе. Нет, нет. Лейтенанта заденешь. Что происходит? Охренеть. Жесть. Эй, посмотри. Охренеть. Мне нужно знать, куда намылился этот ученый. Давай поищем инфу. Лады. Может, дружок у вертолетной площадки поможет? У врага медик. Да ё-моё. Сейчас бы грохнули и все. Минус регион. Ну ладно. Блин, а так просто... Так просто не получится. Только если я... Блин, кошка тоже крадется клёво. У меня серия убийств, не знаю, есть, нет. Да блин, кошка мне мешает, зараза такая. Давай, есть. Хорош. Ресы подберем. Да мне пофиг. Я супер. Хорош. Снайпотоп. Блин, а у них животное. У мертвеца возле вертолетной площадки может тут что-нибудь найтись. А может и нет. Поздравляю, самые истинные яранцы. Вы примкнули к руку избранного Хосе Кастильо. Ого! Вы понимаете, насколько Черт. Я крайне придирчив. Но на моем острове вагоны отцепились. Черт! Твою мать, Дани! И как нам теперь искать инфу? Тихо, не палимся. Да чё там, блин? Кошка на собаку напала.
Там кошка всех жрет. Вообще красава. Давай, давай, давай. О, шампань без сознания. Ах ты мразь. Ладно. Но мы не узнали ничего про ученых. Да подожди еще. Тихо. Вас будут холить или леять. Здесь нет правил. Вы показали, что свободны от них. Вы попали сюда благодаря своей истинной иерархии. Пипец, блин, а чё мне... А чё не показано было, что тут враг рядом? Вставай. Вставай, шампусик, вставай. Ты мой хороший. Да, молодец. Молодец, шампусик, молодец. А эти даже не загрелись. Вот лол. Так, пошли, 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 пошли к телу. Уважаемый старший лейтенант Лопес, благодарность за вашу безупречную службу. Истинно ярыми приглашаем вас на званый вечер радости разгул, который состоится в частной резиденции генерала Хосе Кастильо, командующего ВВС ФНД, главного надзирающего за производством вивиров, мадругади, карибского ахиллеса, любимого всеми истинного яранца, обладателя медали «Львиное сердце» за отвагу. Резиденция находится в северной части Кайо Вильяреаля. Ужас какой. Напитки, подарки, лубриканты для всех гостей. Пожалуйста, как можно скорее подтвердить свое участие. Выходит, у Хосе вилла в северной части острова. Ладно. Поздравляю, истинный. Кто я такой? Лишь немногим дозволено находиться на моем доме. Чтобы судить их вечеринки. Так, что дальше-то? Дом Хосе находится в северной части этого острова. Открываем карту. Эта точка, видите, ее нельзя захватить, поэтому здесь бессмысленно дальше тусоваться. Пойдемте отсюда. Такой он, конечно, придурок, господи. Я до сих пор не отпускаю этот лубрикант. Ужас какой. Идем, идем, у нас еще 200 метров, чтобы я переварил эту информацию. Так, погодите, тут кто-то есть. Внизу, что ли? Да по-любому. А где? А кто? Чё? Он один? Вижу медика. Всё, нет медика. Медик! А вот и не придёт никто. Прямо через главные ворота. Зашибись. А где охрана вообще вся? Сейчас наверх залезу, давайте посмотрим оттуда. Да, о боже, если нет кнопки залезть, то не залезает. Так. Перро. Собака. Снайпер. Инженер. Нормально вы тут. Я смогу убрать снайпера, как думаете? Все. Труба. Бесполезно. Подожди, там еще кто-то есть? Там вперед. Сожри собаку! Ну чё ты стоишь? Ну что это? Нет, помогите! А, господи! Чёрт подери, а ну какого ж хрена? А я смогу забрать обратно? Нет, не смогу.
Ну блин, ну... Ну ты чего? Испугалась, да? Испугалась собачки, испугалась. Нет, все хорошо. Все хорошо. Собачка мертва. Какого черта просто грызет ее и все, блин. Так, слушайте, они все заагрились и идут в одну точку, а я пойду зайду с другой стороны. Как думаешь, у Хосе тут есть комп? Не знаю, сейчас проверю. Так, здесь кто-то есть. А, ну и ладно. Зайду отсюда. Тихо! Все. Нашла! Ништяк. Без пароля, идиота. Посмотрим, что тут. У Эль Пекенью есть камера пыток, где он мучает изгоев. Она под маяком, к югу отсюда. Кохонес, впустишь меня? Ага, а я пока останусь тут. Вдруг найду что еще. Суэрте, Дани. Кровопийца. Так, что это? Увеличивает урон, наносимый врагам, который находится ниже вас. Шанс восполнить здоровье при нанесении урона. Рон Яра. Прикольно, конечно. Без глушака, естественно, какого-либо. Он типа отхиливает. Нет, шанс. Шанс отхиливания. А, у Хосе есть бункер под маяком. Это где? Блин, это здесь. Ё-моё. А лодки-то есть у вас где-нибудь? У вас акула, блин, плавает в бассейне. Дом настоящего злодея. Просто чувак пересмотрел кинчиков. Все это, конечно, очень сильно мне сейчас почему-то первый Far Cry напомнил. Вот эти вот пальмы, голубые воды. Прям очень сильно напомнило. Ё-моё. Чё за... Какого хрена-то? Что происходит? О, бесится-то. Играется, наверное. Кошка же чего хотел. Да. Так, погодите. А, свои? Что вы тут делаете? Странно. Так, ребят. Отойди. Отойди. Отойди, я тебе сказал. Отвали ты, черт возьми. Кошка, да. Моя кошка. Опять бедная плыть будет. Ну извини, я не хочу пешком тащиться через весь гребаный остров. Так что... Не-не-не-не-не-не-не. На скутерке мы быстренько доплывем. Черт возьми. Охренеть. Это же запретная зона. Так, погоди. Я думаю, что здесь может быть где-то... Какого хрена не тормозит вообще? Боже мой, ужас какой-то. Так, пещера может быть? Да? Пещера? Нет? Нет? Да, нет? Нет, да? Я думал, я нашел прям сразу. Эх. Ладно, давайте на маяк. Я думал, секретный проход какой-нибудь. Может, он и есть, кстати, только с другой стороны. Не знаю. Давайте к маяку ближе. О, тут и бункер есть. Хрена себе.
никого не вижу. Мы в зоне поисков. Вообще я в кустах, иди в задницу. У меня кошка там куда-то бежит. Успел доложить? Нет, не успел. Ладно, надо дальше идти по-любому. Так, залезу-ка я с той стороны. Все-таки наверх. Тут с этим бункером я не знаю, чего делать. Надеюсь, его никто не видит. Ну просто, ну удачу шмальнул. Если бы кто-то палил, поднялся бы кипиш. А, вот так, да, закрыто. Ладно, черт с вами. Тихо. Эй, здесь труп. А куда ты меня ведешь-то? Ого. Ага. Идите гляньте, трупак, пошли позырим. Отличная охрана, просто лучшие ребята. Ну еще бы. Здрасте. Поверить в это Спаси. Не могу. Te la debo. Gracias, Хосе, чудовище. Прошу, помоги мне. Нужно было оставаться. О нет. Нет, ну ладно. Por favor, déjame salir de esta con vida. Эспада, Хосе использовал этот бункер как пыточную. Здесь были изгои, но я их освободил. Enfermo mental. И чему я удивляюсь? Молодец, Дани. Я узнала, где работает ученый. Тот Сингау, которого мы видели. Его лаборатория в Ревмире. Встретимся там. Окей. А ты объяснишь, наконец, что происходит? Ты все узнаешь в свое время. Просто стоят здесь. Просто стоят. Может, предполагалось, что я тут всех зачищу? Как бы нет. Вижу тебя! Новые фото. Эль Параисо. Ладно. Кто там? А, лодочка эта говёная. Я сваливаю. Пока дрочу. Так, телепорт. Угу. Скалы. Груда. А ближайшая точка... Ну, естественно, не это. И не это. И не это. И сюда тоже нельзя. Отсюда достаточно далеко плыть. С другой стороны. Ну, можно отсюда, конечно, вот так вот. А можно вот сюда приплыть просто и все. Наверное, я так и сделаю, друзья. Давайте я... Ё-моё. Да, давайте я вот здесь вот оплыву и проплыву туда наверх. И, в общем, если ничего не случится, то мы встретимся с вами уже там. Итак, мы практически приплыли. Даже вейпоинт исчез. А, нет, вот снова он и появился. Так, сюда. Тихо! Господи, боже ты мой, аж пень снес нахрен. Ладно, привет, ребят. Чё как? Мы победим. Подруга. Какой тебе дружище, блин. О, смотри, какие отражения солнца на смартфоне. Клёво.
Так, водонапорная башня. Ну, где-то тут. В общем, что-то похожее на летающую тарелку. О, я уже вижу, да. Так, ну-ка, навязь, что-то поздновато мне попалось, надо сказать. Я уже дошел. Взорвать бы ваш плакатик. Ты гранаты к жалко. Так чем тебе не угодил этот парень? Этот Камимьерда проверяет весь табак для Вивиро. Испоганим табак, испоганим заодно и лекарство. Поднасрем Наполеону Эль Пекенью как следует. Опозорим его перед дядей Антоном. Куча солдат. Что будем делать? Убивать, пока не найдем его. А потом продолжим гасить солдат. Супер. Так просто? Самый простой план, черт возьми. Давай отметим их. Да погоди ты! Что за сканирование? Снайпер на посту. Инженер. Уязвимости, боеприпасы для НЗЦ. Еще снайперы. Да хрена просто. А че их так мало-то? Это не снайперы, что ли? Но я отсюда не дострелю. Сейчас перезаряжусь. Оп-оп. Как вот вообще понять, долетит, не долетит? Пуля падает? Здесь нет? Не знаю. Если бы она падала, она бы тогда в снайпера все равно попадала. Ладно, давай вниз. Не в голову, так в тело. Так, ну и что? Ты уже готова? Есть. Этого снайпера сняли. Пора поубивать всех солдат. Фига ты даешь. Меня радует, когда можно запрыгнуть на лестницу. Так. Далековато. Давай сначала ближнего снесем. Да забирай. Что-то я долго думал. А вот и инженер. Ага. Плюс сигналка. Танк! Интересно, в танке кто-то сидит? Есть! Заметили? Тихо! Кто? Фух! Ты боевой вертолет, блин. А что насчет вас? Так. Рядовой Фернандес. Да блин, а что не ломается-то, я не понимаю. Дерьмо. Пока не туда, я обратно. Тихо. Танк, 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 танк. Давай быстрее, 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 быстрее. Ну чё, сученьки, понеслась. Фига ты даешь, там щиты какие-то выставляет. Вот, отлично.
Минус Фернандес. Сейчас, подожди, подожди. А ни хрена вообще. Ты посмотри, даже не шевелится. Перезарядиться надо. Блин, перегрелась походу. Где этот черт? О-хо-хо. Бум. Еще минус, сержант. Вот это я понимаю. Погнали. Куда дальше-то? Все, вылезаем. Хе-хе. Че за дурацкая сигналка? Бронированная какая-то, походу. Да, реально, посмотри, какие сигналки чертовы стали делать. Охренеть. Только если подходить и отключать. Только так. Не знаю, зачем я это делаю, но... Ждите. Так, чисто проверить. Ну и чего ты ждешь? Сверху бы еще вертик попробовать. Было бы вообще шикарно. Отвали от меня! Чтоб меня, мерда! Да уж. Выглядишь хреново, Эрманито. Эрманито? Так мы охотились за твоим братом? А ты еще кто? Почему ты не сказала? Алехандро, пошли. Пора домой. Бета паль карахо. Алех... Суль? Нет! Вас... Какого хрена? Я никуда не пойду. Я уже говорил тебе и скажу еще раз. Я верю в Кастильо. Я верю в Вивира и Хосе. Он проницательный. Наполеон Эль Пекеньо, эксплуататор и гребаный псих. А сама похитить меня хочет. Ты сменил имя, надел другую форму, но ты по-прежнему Монтеро. А у папы все еще шило в жопе. И ты носишься по джунглям, как в детстве. Убиваешь людей и зовешь себя как там? Пика? Нет, меч. Умно. Что, хочешь меня зарезать? Папа болен. Мне плевать. Папа махнул на меня рукой, ты это знаешь. Семья – это сложно, да? Похоже на то. Разделимся. И ничего не говори отцу. Да это поворот, брат. Да еще и верит Кастильо. Черт возьми, чувак. Это... Хреново. Это хреново. Но он поможет, я думаю. Не знаю, блин, как бы эта фигня не работала, даже если она действительно работает. Но не так же все это нужно делать. Все путем? Си. Не успела сказать спасибо за то, что помогла найти Алехандро. Некрасиво вышло, конечно. Не страшно. Но я рада, что теперь знаю правду. Я боялась, что ты не поможешь, если узнаешь, что мой брат военный. Предатель. Си. Но он все же тебе роднее. Возвращайся скорее в лагерь. У нас много дел. Да. Так, возвращайся в лагерь. Я бы, конечно, на вертике полетал. А, и все, ты просто предлагаешь мне за чистый воздух сделать задание, да? Ну, я понял, да. Так, здесь зенитка, здесь путь на пляж, убежище. Давайте сразу... Все вот это вот почикаем, чтобы значки восклицательные убрать. Типа, да, я это видел, да, вот я мышкой навелся, да, все знаю. Я заметил. А, так. Там Мадругада у нас, ага, вот, да. А, Лосания.
Агуас Линдас. Подождите, Агуас Линдас 7 ранга. Она не может сейчас участвовать в сюжете у нас. Значит, потом будет. А вот Лосанья должна, по идее. Хотя не знаю, может, нас будут посылать в каждую из территорий. Вот сейчас у нас типа три вот эти открыты. Сьерра Пердида. Не смейтесь. Да, Бласерос. И Коста дель Мар, да. При этом оно все поделено на три огромные зоны. Угу. Мария Маркеса. Шон Маккей, Адмирал Бенитес. Ну да, вот, 7-й ранг здесь. Когда мы дойдем до 7-го ранга, мы грохнем этих главных. И следом за этим идет 8-й ранг. Вот это, наверное, база этого, скорее всего. Сначала город отожмем, потом полетим сюда на базе его уничтожать, этого Антоху. Так. А сейчас мы просто проходим вот, да, я думал, мы сразу всему Другаду пройдем, потом сразу все вот это пройдем, не-не-не-не-не. Судя по рангам, мы все идем постепенно. Сначала трехранговые проходим, потом пятиранговые проходим, потом семиранговые проходим. И, видимо, в той последовательности, которую хочешь, но вот через ранг не перепрыгнешь, естественно. Так, место для рыбалки еще открыл. Все, давайте возвращаться тогда назад. Вертак потом как-нибудь возьмем, повеселимся. А сейчас возвращаемся. Ты тут новенькая? Да не то что. Так. Что за чистый воздух? Ты заблудилась? Карлос, я знаю. Ты не доверяешь мне, Кларе, Либертат. И другим ее маленьким камамьердос. Я тебя не виню. Мы тут пока никто. Так и есть. Что еще знаешь? Что Наполеон Эль Пикенью украл у вас землю. Что яд, который он распыляет, убивает ваших людей. Что ты болен, и ты умрешь, но не попросишь помощи. Не выбрасывай то, что может пригодиться. Склад, где они хранят отраву. Сожги дотла кукурузники, что разносят яд. В порошок сотри. Распылители на полях. Уничтожь. Как скажешь, хефе. И открытку пришли. Не, ну план хорош, план мне нравится. Операция «Чистый воздух». Мы, как говорится, всегда за чистый воздух. Слушайте, может... Да нет, у меня, наверное, какой-нибудь говенный обычный вертолетик будет. Не боевой. Более чем уверен. Халявы, как в пятом фарче, не будет. Так, а где это вообще? 800 метров, 1000 метров. Ну, так, так, так. Кстати, вот это вообще в Лосании. Так что хрен его знает, как тут у нас будет. Но я пока третьего ранга, так что да. Можно на самолетике. Давайте. Вызвать самолет. Оп. Так, где у нас сесть на место водителя? Ой, я не знаю, инверсия включена, не включена. Господи. С богом. Сейчас разобьемся херам. Так, что? F4, давайте хоть управление посмотрим. Тангаж WS, рысканье AD или мышь. Ускорится пробел, замедлится Ctrl. Блин, чё не Shift? Бред какой-то. Ладно. Воу-воу-воу, чё там взрывается-то, я не понял. Чё-то ломается вообще. Нет, здесь нету... Нету... Этого... Инверсии, ну и хрен с ним. Привет, это Испада. Привет. А
Отец не очень дружит с техникой. Попросил скинуть тебе фотку, чтобы ты знала, как выглядит этот яд. Мне уже доводилось сталкиваться с отравой. Но спасибо ему. Не обольщайся. Папа не доверяет чужакам, но я видела тебя в деле. Короче, лови фотку. Это твой шанс доказать отцу, что ты знаешь, что делаешь. Карлос, это Дани. Дани из Либертат. Знаю. Думаешь, у меня с памятью проблемы? Нет, я просто... Ладно, неважно. Тут неподалеку отрава Кастильо. Ищи желтые контейнеры. В кукурузниках и распылителях яд тоже есть. Ясно, займусь. Так, надо инверсию включить. Вот это другое дело. Так, ой, черт. Тихо, я не в запретной зоне. Тут просто стоит мой самолет припаркованный. Только попробуй его сбить, тварь. О, ах ты мразь. Ах ты мразь золото. Ладно. Так, контейнеры с ядом можно найти по всей табачной долине. Похоже, Карлос прислал мне фотографии. Так, собственно, у меня есть пулемет. А он что, не поджег, что ли? В смысле? Я не понял сейчас вообще. Вот. Пошло дело. Он... Ага, естественно. Где этот хрен? Хитрец. Без башки, тварь. Чё-то там не вижу его. Хорошо. Осторожно! Мы не знаем, кто это. Мы не знаем, кто это! Если бы мы знали, кто это, но мы не знаем, кто это. Тут еще свежие всходы. Да. Пусть горит. Пулемет-то с глушаком. В общем, крутизна. Они даже и не слышат толком. Хорош. Есть кто? Я не вижу. Так, чудно. Там тоже никого не вижу. И это вообще кто? Кто, псина, что ли? Блин, только не псина. Бесявые эти псины. Бесит меня. Слушай, где моя кошка, я не понял? Так, амигасы. Вот, молодец. Отозвалась, что ли, куда-то? Хрен его знает. А чё так хреново яд-то уничтожается? Ну, в смысле, я жгу плантации, но это полная чушь вообще. Да нахрен никому не нужно. Так, пойдем. Ах ты тварь. Инга. Есть. Эль, вне поля зрения. Ищем ее. Пошел ты. О, как хорошо отлетел-то. Где еще один? Тварь, не стреляй по заложникам. Ублюдок. О, да. Ну что, друзья мои хорошие, взорвем-то дерьмо. В смысле? Я не понял. О, черт! Слушай, ну этот, конечно, пулемет просто охренителен. Просто охренителен. Я так понимаю, что... А это что? Это тоже надо уничтожить? 17-18%, да. Кстати, добавляет по проценту. Больше из ранее никого не отравит. Он как бы поджигает, и поэтому это так офигенно. О, беги. Беги. Сейчас рванет нахрен. Что там? Беги отсюда. Решетка сошла с ума. Чувак, я тебя предупреждал. Предупреждал, это безумная решетка, я когда-нибудь покалечила бы кого-нибудь. Опа. АКМ. А, нет, ты живой, ну и нормально.
Слушай, давай этот стандартный АКМ возьмем. Не знаю. Клавадор, конечно, интересная штука. Вы видели, да? Стреляет кольями. Что-то мне просто АКМ захотелось пощупать вообще. Старый добрый. Я помню, в четвертом фарочке, когда взял АКМ обычный, пострелял с него, вообще так кайфанул что-то. Красава. Ну и чё? Вот видите, говно, да? Смотри. Опа! Вот это я понимаю. Вот это мощно. Теперь садимся на трактор и поехали. Вы куда? Я уже все сделал. Блин, мне шампусика грохнули. Ладно, я не буду возвращаться его резать. Простите, я плохой. Я плохой парень. А чё это такое, я не понял? Чё за конвой? Чё за конвой? Угнать. В смысле угнать? Серьезно? Так можно? Нифига! Смотри! Ты смотри! Да блин. Я только что угнала конвой. Что теперь с ним делать? А ты как думаешь, Дани? Доставь его на базу, и мои люди быстро выгрузят ресурсы и разберут транспорт. Все ясно, Хуан. Жесть! Так, подожди, а куда мне тащить-то его? Не-н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 е. Давайте без этого. Я сейчас назад не поеду. Это прям просто тупо на базу вернуться. Я сейчас на этом конвое подъеду куда-нибудь поближе, разнесу все эти фермы, а потом, друзья, просто вернусь. И все. В общем, нет смысла все это дерьмо поджигать. Эффекта мало. Бонусов мало. Всего мало. Так, тут какой-то мост. Тут 400 метров, тут 200. Ну вот, отличненько. Сейчас как раз тут тормозну. Нормально. Конвой же меня подождет? Да, правильно? Подождет же меня конвой. Что у нас здесь? Типа тоже запретная зона. Тут же никого нету. Халява. Так, и что получил? Я получил порох. Пороховницу мне. Так я могу просто издалека. Давайте из амигосов призовем собаку. Посмотрим, как она будет вообще. Ну. А че я призвать не могу? У меня кошка не отозвана, что ли? Блин, может там откат какой-то? Я типа кошку не спас, мразота, и... Теперь... Блин, как офигенно. И теперь нельзя долго призвать новую, может? Не знаю. Где эти желтые баки? Сейчас мы разберемся. Смотри, как горит. А, ни хрена не достреливает просто. Может, отсюда? О, да! Сам прикол, что они даже не слышат этого. Я просто слишком далеко и стреляю с глушителем. Это, конечно, пулемет, но с глушителем, черт возьми, друзья. 48%. Не, ну как бы этого маловато. Ее вида. Так, немножечко аграта набрал, конечно. А, не простреливает, смотри. Не простреливает. Хорош. Ёк-макарёк. Чё там происходит вообще? В кого они стреляют? Карлос. Не забывай про самолеты с опылителями. Они дорогие, воякам будет непросто их заменить. На всякий случай напоминаю. Да чего никто сообщений не пишет? У нас что, 90-е? Тихо, кто там? Ой, ой-ё!
О, да, пошла жара. Надеюсь, старик скоро станет мне доверять. Я тебе дам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Перезаряжай, перезаряжай. Тихо. Где самолеты гребаные? Что-то самолеты, самолеты. А где самолеты? Гори, тварь. Так. Ты кто там? Снайпер, чёрт! Снайпер. Господи. Вот это жопа, зря я сюда вылез. Ну что я могу сказать? Надо было аккуратнее быть. Я решил просто захалявить. Просто захалявить, друзья, не получилось, к сожалению. Сохранка, ну, 69%? Серьезно? Так и отлично. Подождите-ка, я не понял. А по карте чего у нас? Так вот же, еще одна точка. Здесь и зенитка, и все остальное. Почему у меня точка до сих пор здесь? Как будто я что-то не доделал. Типа, самолет надо уничтожить? Но его здесь нету. Слушайте, пофигу. Пошли на другую точку. Разнесем ее там. И все. Делов-то. Вон она. Плюс там зенитка. То есть надо будет зенитку заодно грохнуть. Беда только в том, что, наверное, мой конвой не сохранился, который я тут оставил. Ну, конечно, не сохранился. Он должен быть где-то... где-то недалеко. Так. А зенитка где? А зенитка у нас должна быть где-то... О, да. Зенитка так прилично, в общем-то, находится от нас. В общем, давайте здесь, наверное, тогда остановимся. Продолжим в следующей серии, потому что пока мы зенитку разнесем, пока эту миссию допройдем, а у нас уже 50 минуточек, на секундочку. На этом у меня все, подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео. С вами был Гедонтин, спасибо и до следующей серии.